Сегодня у нас на ремонте ноутбук Samsung RC710. Но модель здесь, в принципе, не важна. Вопрос вот в чем. На диске C 0 свободного пространства. Здесь, правда, всего на 40. Сам по себе мало. Здесь стоит Windows 8. И место постоянно куда-то уходит. Предполагаю, что это какой-то вирус, скорее всего. Первым делом в автозагрузках пробуем отключить все лишнее. Ну вот оставляем Avast на всякий случай. И вот NVIDIA есть. Остальные программы неизвестные. Даже вот Java на всякий случай можно отключить, Skype. Эти все программы, якобы от Intel Corporation, тоже отключаем на всякий. Пробуем перезагрузить. Так. Тут еще вопрос в том, что ничего не устанавливается. То, что места нет. Будем пробовать. Сейчас перезагрузим. Пробуем запустить потом очистку системы. Правая кнопка мыши на диск C. Свойства. Очистка диска. Ну, я с таким сталкивался, по-моему, это был какой-то вирус, который прописывался в реестр. Его даже антивирус не доходил. Но у вас там вряд ли что-то найдешь. Можно будет попробовать скачать хотя бы какой-нибудь доктор веб, который не надо устанавливать, и им пройтись. На крайняк переустановим систему. Но это на крайний случай. Интереснее всего причину найти, куда делось место. Предполагаю, что здесь какой-нибудь вирус, который копирует себя на весь объем жесткого диска, пока место не кончится. Пока так. Так, ладно, сейчас перезагрузим, запустим эту очистку. Итак, посмотрим еще визуально, где место, куда уходит. Все, что мы отключали, оно опять включилось. Кроме Skype. Это вообще интересно. И где-то освободилось 72 килобита места. Ни с того ни с сего, само по себе. А вот сейчас уже опять 0. Только что было 72 килобита свободных. Короче, здесь какая-то хрень творится. Почему-то это все включилось обратно само. Даже интересно. Короче, сюда нужно скачать, наверное, отдельный антивирус и шуршить им. Вот. Сейчас еще я вычисляю там место, которое можно очистить. Посмотрим еще вот этой клинером программы пройдемся. Очистка диска. Еще можно вот вручную зайти на диск C, папку пользователя, найти своего пользователя. Открыть скрытые папки. Здесь вот параметры. Изменить параметры. Вид. И здесь вот отображать в конце. Показывать скрытые файлы и папки. Вот здесь появилась папка апдата, скрытая. Правой кнопкой свойства по ней. Посмотрим, сколько в ней места занимает. Возможно, там какие-то файлы хранятся. Так вот можно по всем папкам потыкать, посмотреть, сколько у них объем. Может, какой-то много. Ну, в принципе, жесткий диск на 40 гигов тут. Более-то система гигов 20 будет занимать. Так, программы какие-нибудь. Может быть, здесь еще какие-нибудь игры стоят. Кстати, надо посмотреть. Вот. Сейчас попробуем как-нибудь освободить. И антивирус еще все-таки запустим. Нормально проверим. Потом результат продолжим. В принципе, место тут 20 килобит, только килобайт, даже байт предлагает освободить. Еще и снизу кнопка очистка системных файлов, тоже ничего не прибавилось. Здесь вот есть вкладка дополнительно, можно удалить программы, не нужно, это понятно. Здесь еще есть вот установить, удалить точки восстановления, кроме последних. Они тоже много места занимают, можно через них освободить место.
попробуем так, может он так что-нибудь удалит. Удалить файл. Посмотрим, может что найдет. То, что в папке апдат, в принципе, 4 гига там что-то нашлось. Ну, хотя, может, соразмерно размеру диска C это какой-то большой объем. Но пока ничего толком не нашел. Такого прям в глаза бросающегося. Все-таки будем пробовать антивирус установить. Даже антивирус. Ну, как я и говорил, ни одна программа здесь не запускается. То есть он начинает окно выдавать. Нажимаешь да и все, он ничего не запускает. Что тут еще можно удалить? Я начинаю удалять, что-нибудь через панель управления ошибки вылазит. То есть удалить он тоже ничего не дает. Я не знаю, недостаточно места на диске. Тут, блин, вручную тоже, блин, ничего не удалишь. Весь объем в папке Windows, там гигов 30. В папке пользователя гига 4, по-моему, всего. В принципе, мне даже сейчас бы гиг пригодился. Но, блин, чувствую, так и придется переустанавливать. Здесь стоял Windows 7, Home Premium. Ключ здесь есть лицензионный, в принципе, можно установить опять ее. Восьмерку здесь кто-то уже, наверное, после ставил. Гигов 40, конечно, мало. Но разбить теперь не получится на диске, на втором много информации. Лучше мне иначе 40 гигов оставлять. Сейчас я еще что-нибудь попытаюсь тут удалить, но, по-моему, здесь и так все пусто. Скорее всего, будем переустанавливать. Но вообще принцип действия такой: если вдруг кому-то поможет, то есть очищаем диск C, пробуем стандартным способом, потом есть клинер, запускаем антивирус, проверяем на вирусы. Удаляем точки восстановления старые и так далее. Если все равно 0 байт, вы ничего не сделаете. Не знаю, попробуйте еще антивирус сейчас удалить, может быть он удалится. Хотя бы нужно какое-то количество места, чтобы что-то сделать. А его под 0. И вручную ничего не удалишь. Скорее всего, ошибку выдаст. Уже хорошо. Может хоть антивирус удалится. Место несколько мегабайт освободится, чтобы запустить тот антивирус. Тем-то уж я пройдусь. Так, ладно, сейчас еще подождем. Антивирус Avast освободилось место. Где-то 160 мегабайт. Сейчас вот уже 50 показывает. Не удалось запустить все-таки доктора Веба. Правда, не сразу со второй попытки. Уже в первые 5 секунд он что-то нашел. Троян Йонту. Где он находится? Девайс, хард диск. Где-то, короче, в папке Windows находится. Так я думаю, что там много слишком она весит. То есть, надеюсь, сейчас даже это поможет. Может, и не придется переустанавливать. Хотя, по-хорошему, конечно, проще переустановить просто систему. И потом антивирусом пройтись после этого. Но сейчас подождем окончания. Посмотрим. Может быть, все-таки и буду переустанавливать. Может быть, нет. Пока подождем. Проверял 143 вируса. Но в основном здесь какие-то на втором диске, в программах, какие-нибудь, наверное, активаторы. Но есть и на диске C достаточно вирусов, чтобы он мог себя так вести. Сейчас обезвредим.
перезагрузим. Тут ошибка лечения. Тут вообще. Давайте-то удалим, раз ошибка лечения. Выброс обезврежен 0, интересно. Так, ладно, сейчас обезвредим, удалим, перезагрузим и посмотрим, что нам покажет. Пришлось в настройках сразу выставить автоматические действия, удалять. То есть при нахождении сразу их удаляет. Потому что пока он все их искал, у меня память опять кончилась. Поэтому пока память еще была, нужно было сразу их удалять. Так, в итоге 136 вирусов, и там на диске C было тоже штук 10. Место немного освободилось, где-то 400 мегабайт стало. Сейчас еще перезагрузим. Посмотрим, что-нибудь изменится, и вообще запустится ли компьютер после такой глобальной чистки. А нет, вот сейчас 250, все равно уменьшилось чуть-чуть. Ладно, перезагружаем и ждем. Все, что удалось сделать, это освободить 170 мегабайт. Правда, теперь дефрагментация наконец-то прошла успешно. Антивирус установился, правда, какой-то непутевый. Здесь что-то даже непонятно, как им проверять. Вот. Здесь еще есть пункт сжать этот диск гликановое место, его сейчас еще можно попробовать. Вообще я уже все-таки думаю переустановить Windows и не мучиться. Хотя можно в принципе пока и так пользоваться, но 170 мегабайт это не дело. Куда остальное девать, непонятно. Ладно, сейчас еще подумаю. В итоге все-таки я переустановил систему, поставил Windows 7, которая здесь была, Home Premium. Ключ на обратной стороне подошел. То есть вернули обратную лицензионную систему, которая здесь была до Windows 8. Здесь две видеокарты, одна Intel HD графика, это скорее всего от Core i5 процессора. Вторая NVIDIA 315M, это, наверное, какая-то отдельная видеокарта еще идет. Сейчас посмотрим, может, еще что-нибудь найдет. Вот. Места теперь предостаточно, там где-то гигов, наверное, 20 свободно. Значит, 12. После обновления. Где-то гигов 20 было, пока я обновление не поставил. Можно потом еще почистить. Вот. В принципе, сейчас работает шустро. Можно пользоваться. Так что будем считать, что ремонт закончен. Хотела, конечно, систему оставить с одной стороны, но с другой стороны там пиратская стояла. И решил оставить новую, которая была до этого, лицензионную. Так, думаю, на этом все. Может, кому-то поможет вариант, как освободить место. И крайне случае систему переустанавливать, это последнее дело. Чуть какие-то обновления доступны. Еще не все установил. Тут 170 обновлений было. А еще одно. Вот. Ладно, всем пока.